В Иванове выясняют причины пожара, который практически полностью уничтожил одну из главных городских достопримечательностей – старинную Успенскую церковь 17 века, памятник деревянного зодчества. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал на площади более 450 квадратных метров. Борьбу с пламенем вели более 100 человек и почти 30 единиц техники. Спасти удалось большую часть церковных ценностей – иконы и утварь. Сейчас они переданы на хранение в один из городских храмов. Добавлю, сгоревшая церковь относилась к объектам культурного наследия федерального значения. 2 года назад началась ее реставрация.